На сегодняшний день в Казанском федеральном университете успешно функционирует более 130 студенческих научных кружков. Для консолидации работы всех объединений в 2021 году была создана Ассоциация студенческих научных кружков КФУ. Несмотря на относительно маленький срок работы, всего год, деятельность объединения уже приносит свои плоды. Помогает молодым, талантливым и амбициозным студентам раскрыть себя и внести в науку неоценимый вклад, который может стать основой для чего-то большего. 23 ноября в Центре деятельности органов студенческого самоуправления иногородних студентов прошла научно-образовательная школа «Актива» студенческих научных кружков Республики Татарстан, где студенты смогли объединить усилия за круглым столом и чуть более подробно разобраться в деятельности Ассоциации студенческих научных кружков. Мы очень тесно работаем вообще с институтами, с заведующими кафедрами, с преподавателями, с профессорами на то, чтобы выстроить вектор и развитие, и деятельность студенческих научных кружков. Конечно, это не происходит без участия студентов. Мы проводили стратегические сессии, мы видели презентации каждого института и выходили во все институты, потому что хочется, чтобы студенческие научные кружки на сегодняшний день стали одной из площадок для самореализации студентов. После небольшого вступления студенты разделились на равные команды и приступили к основательной работе. Их задачей стало выявление основных трудностей, с которыми могут столкнуться участники научных кружков. Поиск недостатков и сложностей поможет каждому присутствующему понять для себя, в какую сторону необходимо направить все свои силы, чтобы вывести популяризацию науки на следующий уровень. В программе мероприятия также были познавательные лекции, стратегические секции, мастер-классы и многое другое. Это мероприятие, оно позволило собрать вообще представителей студенческих научных кружков вузов республики. Это важно для того, чтобы представители наших студенческих научных кружков увидели, как проходит такая же работа в других вузах, над чем они работают. Это позволит создать междисциплинарные проекты и как раз поделиться своими знаниями, открыть для себя новые пути, открыть для себя новые точки развития. Напомним, что Ассоциация студенческих научных кружков как общественное объединение функционирует один год. Однако Казанский федеральный университет на протяжении многих лет является успешной средой, на базе которой работают и развиваются студенческие научные кружки различной направленности. К участию приглашаются все неравнодушные к знаниям люди, готовые на поиск новых решений и уникальных исследований в различных отраслях науки. Елизавета Газизянова, Аделя Файзулина, Универ Новости.